Его очень любили девушки. Но однажды, видимо, его полюбила не та девушка, и он полюбил не ту девушку. И его сильно побили. И он упал в шахту лифта вниз головой. С тех пор у него голова начала расти. Ну вот, туда. И он вот всегда был такой человек, его так и называли, дядя Миша с большой головой. А когда я начал картинки делать, у меня чуб тоже начали появляться, с большой головой. Может это оттуда, может это оттуда. И вот такая история. Тогда другой вопрос. Вот женщина, которая картина, да, у вас? Да. Почему не стройная, без стали? Не стройная, без стали. Большие бедра. Я люблю, чтобы большие бедра были, без стали. А вы откройте интернет, прочитайте Ботеро, там вам все понравится у этого художника колумбийского. Там раза в два больше, да. Или в три. Да. Это каждый свой, так сказать, идеал. Да. Красоты. То есть вы Ботеро открывали? Что? Ботеро вы смотрели. Нет, Ботеро подсмотрел у Владимира. Да, Ботеро чуть помоложе. Художник Ботеро, но я так не кажется.